В общем, игра полна сюрпризов. Ну, было немного понятно, что... О, спасибо тебе, Атлас. Тебе крышка. Мои новые друзья тебя скоро отыщут. Эх, парень, надеюсь, они прикончат тебя быстро. Немного было понятно, что... Этот Атлас, я же его не видел ни разу, естественно. А только голос. Ну вот теперь мы знаем, кто такой Атлас. Эй, Мэри, что за кислое личико? Слышал, что творится на площади Аполлон? Говорят, там людей сажают в клетки. Опять ты за свое, Мэри. Слушаешь глупые сплетни. Служба безопасности просто согнала туда всякое отребье, пока совет не соберется их судить, как положено. Я слышала, там людей казнят. Каких только глупостей не болта. Эй, Мэри, а ты знала, что Атлас оказывается предателем? Все-то он рассчитал, кроме одного момента. Я пока не знаю, какого. А, хитрый Атлас. Нет, не прокатит, значит. Атлас, хитрая жопа. Ну, сейчас это самого Атласа доберусь, какая разница. Сейчас закуплюсь. Вот так. Атлас и его бандитов. Повторяй всю эту штуку. Безопасность восторга — это и наша безопасность. Так, есть ячейка. Гаечный ключ. Так, сразу меняем на все усиленное, потому что лучше так. А это что? Вы получаете меньше урона от холода. Ну, у меня, в принципе, вообще никакого нет. Да, наверное, возьму я взрыватель машин. Мне кажется, это очень мне понадобится. Все ячейки заполнены. Хакер-эксперт. У меня все просто... По максимуму. Вот здесь мне вот это вот не нужно, получается, правильно? Зачем мне она? Я ее могу заменить на кровожадность, к примеру. Экстра питание не нужно. Не понял. Хакер, радости хакера. Ну ладно. А здесь все. Здесь все, хорошо. Какое местечко. Контрабандисты... Я ошибался и промазал. Доносить на контрабандистов. Знаю я таких. Эй! Вот. Ну, подходи, подходи, просто подойди ко мне. Так, зря я это сделал. Я на трамвайщике прокачусь? Интересно. Не буду я кататься на трамвае. Водитель трамвая вообще очень интересная профессия. Быть водителем трамвая. Вот так вот, лечись теперь. Посмотрим на тебя. Арбалет. Не, что, реально можно прокатиться, интересно? Чух-чух. Ну а там уже он подарки лежат, смотрит. Малечка на коленке, малечка на коленке, малечка на коленке, малечка на коленке.
Болячка на коленке. Давай, Рози, фотографируемся. Неужели? Урон увеличен. Еще раз. Можно? Давай до конца уже, что будет, поставь фотографию просить. Маленькая сестричка. Лили-попы! А тут живет Лили-поп! Кто живет? О, этот Рози, я буду полдня его фотографировать. Мне не нравишься. О, какой он нерв. Папа, обалдеть. Щелкнул. Вообще толку. Ладно, это вообще еще. Возьмите его на нет. Почему вы не жалеете? Нет. Спасибо, мистер. Спасибо. Где моя кукла? Где твоя кукла? Ты стала куклой. А я хотел, чтобы ты использовал... Конечно, станцию восстановления здоровья, но... Видать. Конвертер! Нет, сначала взломаем его. Подешевле, чтобы было. Хотя я прям не знаю, нужно ли мне это. Дешевле, не дешевле. Есть он там, цена. Определенно. Нет. Сейчас сюда придется немного вот так сделать. Таким образом. Радость хакера. Ну нужно, мне не нужно, я не могу понять. Взрывающийся картель. Слушай, что мне интересно. Радость хакера. Ну даже не знаю. Автовзломщик? А у меня ж полные были они, нет разве? Ну ладно. Закрыто. Кто там? Мутант Нитро. Постоянный шанс 15% на то, что вражеская граната не взорвется. Плохо. Невоспитанный чурбан? Ничего себе. Оскорбления пошли. На уровень выше. Тихо. Курочка, не нервничай. Вот так. Сама себя и хлопнула. Прям в лицо. Один раз. Что? Ничего себе. А, я горю. Горел, точнее. Дорогой несчастный обозван. Сейчас будем фотографировать тебя. Ну, где ты? Я запишу. Лиса. Хороший кадр. Ты
это просто было феноменально весело. Ты аж сгорела от веселья. Оу! Бешенство. Взламываем. Надо сразу угол менять. Угол. Нечем менять. Угол мне. Ну хорошо, на этот раз я выбрал правильный путь. Прям сходу, случайно, причем, скорее всего, это получилось. Да. Кто там свистит? Фонтейна, не хватило дробителя. Мутант Громила. Да, хватит, у меня все получится. Это тебе не спасет. Не свисти. Думаешь, я тупой, да? Мне кажется, да. Мне кажется, ты туп, дружище. Маски хваляются. Боишься меня? Нет. Райан уже мёртв. По максималочке. Да сразу вниз давай. Что там выпендриваться? Вот как удачно все вышло. Станция усовершенствована. Ну давай. Давай увеличим. Я даже не знаю. Уровень энергопотребления химического распылителя. Доработка форсунки позволяет снизить расход раствора химическим распылителем. Дальность. Ну, я вот им начинаю пользоваться. Да? Давай. Я все равно делаю с ружьем. Тебя сюда не звали? Да нет, как раз таки меня звали. Я гость. Я здесь гость. Хватит свистеть. О. Я слышу, как ты машешь крылышками у моего дома. Бэк-бэк-бэк-бэк. Рози, да? Рози стучится в дверь. До конца. Ну и что произошло? В трофеях Рози почти всегда есть редкие исследовательские материалы. Ладно, я понял. Будут материалы у нас интересные. Фонтейн. Я уже близко, Фонтейн. Ты можешь упендриваться, кричать, рассказывать там что-то, но... Я все ближе и ближе. И ты это знаешь. И мне кажется, тебе страшно. Ну, естественно. Бойся меня, Фонтейн. Ты знаешь, что я близко. Можно сказать, что я тебе уже дышу. Затылок. Нет, наверх. Удачненько складываются обстоятельства. Нужно вот мне что. И горизонтальных побольше, а я их пока не особо-то и вижу. Все. Просто получилось. Револьверные патроны. Аптечку давай. Напалм, давай.
ничего не осталось. Возвращайся, когда будут деньги, приятель. Эй, они тебя послали, да? Дымил только. Обломать никак? Никак, к сожалению. Здравствуйте. Дом Сандеркон. Здесь давно уже никто не появлялся. Труп. Кошечка это? Да, кошечка. Кто же кошку? Лунный абсент. Да нет, я пить не буду, спасибо. Вот за кошку можно отомстить. Даже не первая кошечка. Ё-моё. Вот это интересно. Злые, ребят, нет? Нет, да. Вижу, ты все еще пробуешь крылышки, мотылек. Оставайся и наслаждайся танцем, если хочешь. Но не вздумай сбивать ритм. Ладно, я вас буду фотографировать. Мутант-маг. Психоделика какая-то началась уже. Ну хорошо, я не буду вас трогать. Вот это поворот. Я не сбивал ритм? Стойте, 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 стойте. Хорошая фотография. Я ритм не сбивал, я вас не трогал. Че вы сорвались, не могу понять. Давайте добьем до конца. И вот, делайте что хотите. Мутант-маг. Проще предсказать направление телепортации мутантов-магов. Так, так сделаю. Да и надо ли мне это вообще? Надо было их покой, наверное, оставить. Я не знаю. Я могу забраться туда наверх? Не прикасайся ко мне! Боишься меня? Ледяной мутант-маг. Научишься слушать команды. Я спускаюсь, мотылек. Спускаюсь, чтобы научить тебя танцевать. Давай, приходи. Станцуем. Только после этого танца ты уже ходить не сможешь точно. Вот я сейчас. Да, не испугаешь ты меня своим. Тоже мне. Не смотри на меня. Все, угомонился. Еще и патроны закончились. Я ключ взял, а не успел прочитать, от чего он. Но здесь так много комнат. Вот. Ну, великолепно. Давно здесь не убирались, осмотрим. Ты это зря.
Я нервный. Ну хорошо, наверх. Обыщите квартиру Сушонга. Но я пока... Хорошее местечко. Это не больше по душе, чем тебе, парень. Ты должен понять, откуда я. Я там провел 15 лет. Вложение капитала. От такого уйти непросто. Лунный абсент. Что-то пить я не хочу. Непонятно, что. Абсент какой-то, блин. Его тут полно, я так понимаю. Аптечка. Возьмем. А здесь кто? Пустые трупы. А у тебя чего глаз такой красный? Ладно, пора по стрелке идти. Здесь у нас что? Вот это я возьму. Это мне пригодится. Хватит свистеть. Ночи, тебя повесят на плакат! А, давай, догони меня сначала. Здесь вообще никто не убирается, так понимаю. Они так и живут. Здорово. Новый инженерный тоник суперконвертер. Станция универсальных конвертеров. Чудо современной инженерии. Благодаря ему вам нужно меньше сырья, чтобы изготовить то, что вам необходимо. Это не магия, это суперконвертер. И ставить мне его, конечно же, некуда. Ну вот разве что направленный злом. Или пока оставлю все в памяти. Спасибо. Я так и знала, что что-то за этим кроется. Сушонг вечно что-то скрывал. У него всегда были свои секреты. Наверняка он держал этот образец 192 в своих лабораториях у площади Аполлона. Но как-то раз я украла одну дозу и спрятала ее у себя дома на втором этаже. Я понятия не имела, что это такое, но подозревала, что мерзавец замыслил недоброе и решила приглядывать за ним. Найти образец 192. Хорошо, сейчас сделаем. Я уж испугался опять. Совсем не радует так с тобой обходиться, но бизнес есть бизнес. Не огорчайся, это не будет иметь никакого значения, когда здесь все пойдет на корм рыбам. Я стою! На корм рыбам скоро ты пойдешь. Атлас. Тоже. Надо же было еще назвать себя так. Атлас. Ничего попроще, видимо, не захотел придумывать, да? Мистер Атлас. Нет, попробую немного проще сделать. Потому что я знаю, что... Мне проще отсюда.
дойти, мне кажется. Вот так. И последний штрих, давай. Уголок направо есть. Ну вот это можно заменить. Поинтереснее что-то. Как? Патрон! Жива, нет? Все, 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 успокойся. Кого ты стрелял? Чего себе ты? Сама справишься, да, я так понимаю? Правильно. Он еще стреляет. И закончились патроны, ну хорошо, у меня есть. Вот же. Телепан! Телепан! Даже бегаешь, как девка. Бегаю, как девка. Сейчас побегаем с тобой, как настоящие мужики. Давай, серьезно. Опять нет, 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 нет. Дай, елки-палки. А еще нет, я вот даже не сохранялся, поэтому пленку беру. Надо сохраниться и пробовать. Ладно, автовзлом. Наверное, сейчас автовзлом пусть будет. Я себе докуплю. Конечно же, успешный автовзлом. Потому что это автовзлом, а не взлом. Был. О, подгорел, вроде. Ладно, я так понимаю, что ты вообще не алё. Выше он мне предлагает идти, еще выше. Не с первого раза. Это кажется удачненько. Сейчас по прямой просто кину, если хватит. Вроде хватит, должно быть. Да. Так я даже не успеваю подумать, что происходит вообще. Нет, ну выше-то уже нельзя, я так понимаю. А там что-то интересное. Я иду туда. Никто! Никто! Каждая моя минута денег! Оккупант! Паразит! Вон из моего дома! Да, думаешь, все вы люди жалкие ничтожества! А ты кто? Это долго не пробиться! Думай! Не успел в гости прийти, уже орёт. Истеричка. Так, ладно, пока не до тебя, хорошо. Похоже, у Фонтейна что-то разладилось с этой его тощей немкой. С какой стати такому типу, как Фонтейн, тратит время на ходячий кошмар вроде этой немки, когда он может с любой тарелки без проблем слезать подливку? Это за пределами разумения папарацци. Даже кот на двери установил 5744. Наверное, чтобы она опять к нему во двор не пробралась. 5744. 5744. Код на двери. Хорошо. Надо запомнить. 5744. Оп.
44. Но я запомнил, точнее. Ага, я вижу только один проход. Хорошо. Пойдем. Пойдем именно этим путем. Что за ширма? А, это кровать. Я думал, ширма какая-то. Бинты. Я не боюсь неудач, потому что у меня их не бывает. Взгляните на эту дыру. Ничего не осталось. Не ори. Посмотри, что сделали с моим домом Фонтейн и его головорезы. Наверняка он забрал образец 192 в свои апартаменты. Войти можно из холла, но там всегда закрыто. Ты не поверишь, но когда-то тут было так красиво. Найти образец 192. Так что я зря тут все, получается, шерстил. Ну, я не знаю насчет красиво, но надписи на стене определенно. Что ты недоумком считаешь? Мы зачистили домик матушки Гусыни, как только она решила, что у нее проснулась совесть. Ты тут ничего не найдешь, малыш. Кроме разве что ее мемуаров. И уж поверь мне на слово, лучше бы тебе их не видеть. Матушка Гусыня. Да, конечно, обчистили. Надо сейф взламывать, но я это уже в следующей серии взломаю. Спасибо за просмотр.